Патриотическому воспитанию в районе уделяется большое внимание, и по традиции торжественное мероприятие начинается с государственных гимнов. И, как положено, школьники произносят клятву. В этот момент ребята чувствуют всю важность происходящего. Сегодня нас посвятили в Орлят России. Быть орленком – это не только честь, но и ответственность. Это значит во всем и всегда быть впереди. Воспитывать в себе любовь к родине, трудолюбие и стремление к знаниям. Честность и благородство, скромность и товарищество. Я горжусь, что я стал орленком. Я буду нести это гордое звание и буду учить хорошим поступкам младших ребят. С таким важным для ребят событием новоиспеченных орлят поздравили их старшие, товарищи, наставники, педагоги, родители, депутаты сельского поселения и другие почетные гости. Проект «Орлята России» в нашей школе реализуется с 1 сентября 2023 года. Данный проект уникальный. Это первая ступень российского движения детей и молодежи. Строится на 7 направлениях. Орленок-лидер, орленок-эрудит, орленок-мастер, орленок-доброволец, орленок-спортсмен, орленок-эколог, орленок-хранитель исторической памяти. По каждому из направлений проводятся тематические занятия. Это походы, экскурсии по музеям, по историческим местам, встречи с интересными личностями, игры, квесты, физкульт-минутки и другие активности. Желаю ребятам всегда помнить такую заповедь: ничем орлят не испугать, орлята учатся летать. Желаю орлятам России быть мужественными, смелыми, умелыми, активными, как орлы. Каждому орленку вручили удостоверение, значок «Орлята России» как символ принадлежности к Содружеству орлят. Ребятам пожелали быть мужественными, ловкими и умными. А педагоги, родители и наставники всегда будут рядом и помогут идти навстречу своим мечтам.